Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Всех приветствую. Любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Мы с вами сегодня будем говорить продолжение 11 главы. Притча о маслине. С 16 стиха по 24 я зачитаю, прошу прощения, с 19, да? Мы с вами прошли до 18 стиха. 19:24. «Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. «Не гордись, но бойся». Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Амен. На самом деле, вот можно было бы и не комментировать подобного рода тексты. Тем не менее, тут есть о чем поговорить, потому что исторически так сложилось, что было потрачено очень много усилий для того, чтобы все эти отрывки не замечать, а если и говорить о них, то придавать им некую направленность, приложение силы которой, знаете, как бы отправляется в никуда, чтобы поддерживать вот то неправильное учение, которое было на протяжении многих веков. Мы с вами поговорили о важном вот этом принципе, когда первинки освящают целое. Если начаток свят, то и целое свято. Мы говорили о том, что если корень свят, то и все остальное дерево тоже святое. Вообще, сам по себе принцип здесь, знаете какой? Корень, он же находится под землей, его не видно. Но именно корень определяет, какой сок будет идти по дереву и так далее. Понятно, что семена, которые сеются, да, распространяются вот, или размножаются уже сегодня на земле. Но изначально земля произрастила всякое дерево. А потом уже они начали свои семена разбрасывать, и каждое дерево вырастает соответствующее своему роду. Но первое, что из семечки прорастает, это именно в корень вниз, а не росток вверх. Потому что ему вначале нужно пустить корень, чтобы пить вот этот сок из земли. Корень, он первичен. И немножко я говорил, да, и сказал, что несмотря на то, что отцы церкви, это христианский блок такой большой, именно вот отцы церкви, они считают Иисуса корнем, и есть определенное учение, утверждающее, что Он и есть корень. Учение это не библейское, неправильное, потому что всего-навсего есть родословие. И хорошо, когда вот кто-то рисует родословное дерево. Раньше цари рисовали, помните? В Израиле каждый ребенок делает авудат шорошим, это называется. Работа по корням. Понимаете, это тут, я же говорю, можно не толковать ничего, но работа по корням. И мы смотрим, а кто там у нас родственник был до нас? Так у Иешуа есть родственники, у Иешуа есть дедушка, бабушка.
Ну, по крайней мере, со стороны мамы. Так вот, несмотря на то, что отцы церкви считают Иисуса корнем, это не соответствует хронологии Писаний. Просто вот хронологии священных Писаний. Вот эта идея стала популярной, потому что на протяжении всей истории церковь пыталась лишить евреев статуса Божьего народа. Поэтому если корень заменить, тогда уже и статуса нет. В прошлый раз мы поговорили, да, о пророчестве Исаии из 11 главы, 1 стих. Я даже рисовал дерево. В яца хотер мегеза Ишай. Вдумайтесь. Яца хотер мегеза Ишай. То есть Ишай – это отец Давида. Да? А Машиах происходит вот от этого дерева, от этого ствола, от этого корня. И это говорит Писание, это говорит пророк. Поэтому буквальный перевод 1 стиха из 11 главы Исаии. «И выйдет потомок из ствола дерева, и молодой побег из его корня расцветет». Понятно, что корень питает ствол, и от ствола на стыке с корнем вырастает молодой побег. Поэтому о нем написано, 53 глава, помните 2 стих Исаии, как росток из сухой земли. То есть это не ветка наверху дерева. Это именно хотер мегеза рядом с корнем. Читая родословие Иешуа, мы приходим к Аврааму, Ицхаку и Иакову. Это и есть корень. Святой, отделенный Богом от этого мира для себя с четкой определенной целью произвести от этих людей народ и внутри этого народа культивировать вот этот молодой побег, чтобы выросла вот эта поросль молодая, но она должна быть абсолютно чистой. Я бы это сравнил еще с лозой виноградной, потому что когда садовник культивирует лозу, он очень много отсекает ветвей разных, оставляет то, что ему нужно. И в итоге он получает правильные плоды. Вот это Машиах. То есть весь израильский народ фактически питал его культурой, обычаями, многими вещами. Да, я буду именно об этом говорить, потому что он не охотился на тюленей, не стрелял по бизонам, как в Америке. Другая культура, другой образ жизни, питание, одежда, уклад и быт. Именно потому, что корень святой, отделенный от этого мира. Все дерево считается святым. Это причина, почему Господь отсекает ветки. Если он бы этого не делал, дерево перестало бы быть святым. Оно продолжает оставаться святым, потому что корень его свят. И любой, кто вырастает на этом дереве по природе, или будучи привитым на это дерево потом, перестает соответствовать святости корня, будет отсечен. Об этом мы будем говорить впоследствии. Я думаю, любой садовник понимает, что природные ветви, они как бы растут, сидят, и вот сидят на дереве надежнее, чем привитые, потому что по природе они выросли сами. И тем не менее, даже их Господь отсекает. Если начаток свят, я 16 стих снова как бы возвращаюсь в прошлую проповедь, очень важный момент здесь.
то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, некоторые из ветвей, а ты, дикая маслина, привился между ветвями, в синодальном переводе написано «на место их», но в греческом оригинале написано «между ветвями». Это очень важный момент или деталь, потому что то место, где была отсечена природная ветка, как бы сохраняется за ней. То есть ветви, которые от дикой маслины, прививаются не вместо и не на место отрезанной ветки, а между. И ту, которую отрезали, Господь силен обратно посадить на то место, где она была раньше, если не пребудет в неверии. Дальше написано, привился на место, между ними и стал общником корня и сока маслины. Понимаете, все уверовавшие из других народов люди, они прививаются к Израилю. Не к Иисусу Христу. Они веруют в Иисуса Христа, но прививаются на маслину, так написано здесь. А маслиной является еврейский народ. Это дерево. Авраам, Ицхак, Иаков, 12 патриархов и дальше все остальные. На этом месте уже можно начинать нервничать некоторым людям, потому что дальше будут еще другие сказанные штуки. То есть ты становишься общником корня, который по природе не твой. Ветви хотят изменить корень, сказать: корень, ты должен теперь делать так и так и так и так. А корень говорит: с какой стати? Не буду. И тогда ветви объявляют этот корень неправильным, забывая, что не они держат корень, а корень их. Мы говорим сейчас о маслине природной, которая верит, что Иешуа является Машехом. И Павел напоминает, это ты привился, это ты стал общником этого сока. А что является соком? Ну вот любой народ, если взять, что у него сердцевина, что у него сок? Обряды, традиции, разве нет? Праздники, разве нет? Так как же от нас требуют, чтобы мы теперь другой сок вырабатывали? У нас не получается, мы не можем. Попробуйте, пойдите с дуба, возьмите березовый сок. Не выйдет ничего. То есть люди становятся сообщником корня и получают сок. Должны получать сок. Некоторые ставят заслонку. То есть хотят быть корень вот этот, чтобы был как бы, но сок у нас будет свой. Это мандарины на сосне. Вот я это называю, такой мне когда-то дал образ Господь. Новый год. Елка в ведре с песком и мандарины на прищепках. Дерево плодоносит просто супер. Причем конфеты, бананы, мандарины. Единственная проблема то, что на елке. Ну и прищепки тоже, или скрепки там у кого как. И люди верят, что в духовной жизни это нормально, и все должны с этим согласиться. И когда я говорю: ребята, ну это же мандарины на елке, начинают нервничать почему-то. То есть если ты стал сообщником корня, сока этой маслины, то не превозносись перед природными ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.
Другими словами, если же ты превозносишься по причине легкомыслия, например, или еще какие-то другие элементы тебе вскружили голову, вспомни, чем это может закончиться. То есть вспомни, что не ты держишь корень, а корень поддерживает тебя. И этот корень дает тебе сок, а ты не хочешь его пить. Ты вместо того, чтобы праздновать Хануку, хочешь праздновать Рождество. Рождество надо праздновать на Рош ха-Шана. Но нет, мы будем праздновать его в декабре. А Ханука – это вообще еврейский праздник. Ну да, потому что это сок, это корень вырабатывает. Причем Иешуа тоже этот праздник праздновал. Тогда у тебя с ним тоже проблемы. Тебе надо пойти и сказать Иисусу, ты что вообще творишь? Какая Ханука? Когда у тебя день рождения мы назначили 25 декабря, а ты не приходишь. Так и обидеться можно. Так и делают, и в церковь не пускают Иисуса. Нельзя ему туда. Хануку там праздновать захотели. Вместо того, чтобы праздновать Песах, например, празднуют там, не знаю, День Валентина, 8 марта, все, что хотите. Но только не это. Мацу есть, так это еврейских. Зачем нам есть мацу? Мы же уже в Новом Завете. Такая фишка вообще, да, мы же уже в Новом Завете. Вот был эфир у меня в этот, там, Йом Ришон, да, забанил я одного там специалиста, десятины ему, неправильно, десятины – это Ветхий Завет, не десятины нельзя. Я сначала там не дочитал, я говорю, слушай, ну, ты что такой жадный? Так Новый Завет, все не надо. Послушайте, в Новом Завете люди продавали имение, продавали землю, приносили к ногам апостолов. Если ты живешь под благодатью, то тебе все надо отдать. А мы тебе сегодня говорим всего десятина. Так разве это не благодать? Хочешь по Новому Завету, все продай и неси сюда. Это Новый Завет. Люди думают, что в Новом Завете все это они сами себе все поотменяли. Я уже вам говорил. Мой друг, когда общался с раввином, который читает Новый Завет, он говорит, кто это вообще может так жить? Когда еврей, раввин, верующий, читает Новый Завет, он говорит, иудаизм намного проще. Намного легче жить. Это вообще, кто может такие требования выполнить? Потому что люди внимательно читают. Он понимает, там только 10% надо было отдать. Ну, самые такие, это, если правильно говорить, 19%. А здесь все надо, потому что все, что нажито непосильным трудом, куртку кожаную, 3, надо продать и принести сюда. Портсигар отечественный, золотой, тоже 3 штуки. Продать надо. Квартиру, землю, дачу. Фазенда, вот эта любимая, 4 сотки или 6, у кого сколько там. Смотря в какое время брали. И люди говорят, Новый Завет, Ветхий Завет. Да по Новому Завету тут вообще, если сильно так взять, правильно копнуть, ты на порог не подойдешь. Так, чтобы засчитали. Это лирическое отступление было. Небольшой пример. Рабби Шауль говорит, если тебя срежут, как ветку ненужную, корень и ствол не пострадают, а наоборот только выиграют, только приобретут. Больше сока будет, лучше плодоносить станем. Все, кто паразитировать пытаются на этом дереве, еще и хотят его развернуть ветками в землю, засунуть корнями наверх, чтобы росло. Они же против, они же вредят фактически.
Поэтому написано, некоторые будут людей убивать и думать, что этим служат Богу. И такое было. Было или нет? Да, ну не будем вспоминать. То есть, если тебя срежут, корень и другие ветки не пострадают. А только этот человек. Почему? Корень является еврейским. Очень легко доказать это по Библии. Кто получил заповедь обрезаться на восьмой день, обрезать всех мальчиков на восьмой день? Авраам. Авраам – это первый человек, который в Библии назван иври, еврей. Потому что он из Ура Халдейского, с того места, которое называется «Свет, как от бесов», он пошел в Ханаан, в землю, неизвестную ему. Но ему же сказал Бог, обрезай на восьмой день. Иешуа обрезали на восьмой день в соответствии с танахической традицией. Никуда не денешься. Кроме всего прочего, Павел говорит, что вера в Бога означает присоединение к Божьему народу. Не может быть вера в Бога без того, чтобы присоединиться к Израилю. Это уже другое что-то будет. И это будет неважно, какая версия, пусть даже самая новая, но она уже будет где-то в стороне, сбоку там, за фундаментом, не на камне уже. И это тоже нетрудно показать по Священному Писанию, что присоединяются не к Богу люди напрямую. Такого нет вообще нигде. Есть отношения с Богом, но присоединялись именно к еврейскому народу. Маслина же не является Богом? Или является? Нет. Что такое маслина в этой притче? Что это? Еврейский народ? Так куда прививаются эти люди? Они должны, по идее, прививаться к народу Божьему. И тогда, получая сок от этого дерева, начинают плодоносить так, как этого хотел бы Творец. Для этого Он и прививает их на эту маслину. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих и дальше. Ефесянам 2 глава, 11 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». То есть начало смыслового отрывка говорит о том, что Павел тоже здесь обращается. Там в Риме он обращается, а тут в Эфесе. И язычникам говорит фактически ту же самую идею, только без притчи о маслине. И он говорит, вы когда-то были язычники. Чем вы отличались? Вы были необрезанные. А эти были обрезанные руками, которые... Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Иисуса. Благодаря чему стали близки? Крови Иисуса. Это все да. Но почему здесь написано, что были отчуждены от общества израильского? Привитие происходит к Израилю. Если кто-то думает, что он привился к Богу, то это абстракция, это самообман. Так не бывает. Никто не может привиться к Богу. Он говорит о себе, я Бог-ревнитель, я своей славы никому не отдам. Что значит, ты где-то там вырос у него тут, я не знаю где, в каком месте. Мы все
являемся вот этой маслиной. Кто-то по природе, кто-то нет. Но если ты не к маслине, то нет отношения к Богу тогда. Так вот, жертва Христа позволила привиться. Вот в чем благословение. Разрешение пришло через это. И тогда стало это все происходить, массовое привитие. Раньше оно тоже было, но не в тех количествах, как после того, как пришел Машиах. Почему это важно понимать, что были отчуждены от общества израильского? А что такого нам может дать общество израильское, скажет? Что он нам даст? Сюртуки, кипы, мацу жевать сухую, что не проглотишь это. Что нам даст Израиль, скажут они. Вот когда начнешь сухую мацу жевать, тогда поймешь, что тебе может дать Израиль. Тут пожевать надо, и не один год подряд. Тогда что-то дойдет. Просто так ничего же не бывает. У Бога уже были, ну, минимум 1500 лет отношения с этим народом. Уже сформировалось. Традиции, праздники, жизнь, смерть, похороны, в общем, все. Самое главное, это доктрина о воскресении, например, из мертвых. Вот это те обетования, это тот сок, что могли люди получить в обществе израильском. То, что мы называем мировоззрение. Очень важно иметь мировоззрение, как у Авраама, как у Ицхака, как у Иакова, как у Моисея, как у других патриархов. Потому что если у тебя будет мировоззрение викинга, ну, например, то и образ жизни будет такой, и путь весь будет такой, и конец будет такой, и упование и чаяние такими будут у человека. Ничего не имею против Норвегии, мне нравятся викинги. Но Писание говорит, что все должны верить в Бога, который сотворил небо и землю. Основная же проблема других народов – это идолопоклонство. Так вот, разница в культурном аспекте следующая. Единственный народ на земле, у которого традиции и праздники взяты из Писания – это еврейский народ. У них нет другого источника просто. Примеси всегда были – никто не спорит. И вот эти примеси и отклонения – это уже наносы, это мох на камне, понимаете? Это то, что надо зачистить. Это не является основой или костяком. Потому что Авраам заложил уходить от идолопоклонства. Это он заложил совершенно новые идеи и мировоззрение и стал обучать этому постепенно людей. Поэтому привитие к Израилю дает человеку библейское мировоззрение. Это главный аргумент и это главный сок, которым должна питаться привитая ветка. Ведь ни для кого не секрет, что делается огромное количество программ и праздников как бы для того, чтобы. То есть всегда ведь можно объяснить что-то. На 8 марта обязательно сестринское служение делают, там все люди, а там, знаете, так. А на 23 февраля братское обязательно. А на 1 мая семейное, ну обязательно 1 мая, чтобы туда не шли, а сюда как бы пришли. Люди всегда могут что-то объяснить. А почему не праздновать Песах? Почему не печь дома лепешки, а пресноки? Почему не сделать то, что написано в Библии? Потому что очень много приложили сил, чтобы все было не так, как в Израиле, отдельно.
И вера получается уже другая. А это значит, что ветки не привитые. Это уже экибана. Такие высушенные, причем долго стоят, не портятся, главное. Почему? Высохли, потому и не портятся. Девятнадцатый, 21 стих. «Тогда, пытаясь найти оправдание своему тщеславию, скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Для этого они отломились». Вот Павел говорит, тогда, пытаясь найти оправдание вот этому тщеславию, ты скажешь, ветки отломились, чтобы я мог привиться. Под этим подразумевается, что Бог якобы предпочел язычников евреям. Значит, зачем они отломились? Это для меня, чтобы я привился. И Павел говорит, хорошо, и что дальше? Допустим, даже это так, дальше что? Они отломились из-за недостатка доверия Богу. А ты держишься. Обратите внимание, эти растут, а те держатся. Совершенно разные, правда, глаголы. Потому что, когда оно растет, вроде бы и усилий особых-то не надо, а само растет. Усилия надо только, чтобы не срезали тебя. Вот за этим надо следить. А этой ветке, чтобы удерживаться на стволе, еще надо дополнительные какие-то вкладывать ресурсы в это. И он говорит, да, они отломились от недостатка доверия Богу. А ты держишься, потому что поверил в Бога евреев. И в обрезанного Машиаха на восьмой день. Я знаю, что многим хочется, чтобы Иисус Христос был марсианин, без рода, без племени, вот инопланетянин такой. А он еврей, еще на восьмой день обрезанный. Родители в храм ходили, и сам он ходил туда тоже, кстати. Синагоги посещал, хоть бы раз пришел в баптистское собрание. Только в синагогу. А? Не было еще, вот мне подсказывают, я запамятовал. Хорошо. Не было, так не было. Шауль говорит, поэтому ты должен бояться, а не превозноситься. А, ты нас запугиваешь? Так не я, Павел. Я сегодня размышлял вот, и думал, знаете, для меня это раввин, который обучает, а для кого-то это апостол Павел. Некоторые люди думают, что умственное согласие с убеждением в том, что Иешуа является Машиахом, достаточно, чтобы иметь спасение, независимо от того, какой образ жизни люди ведут. Но это пародия на истинную веру. Истина в том и правда в том, что вера, только подтвержденная делами, спасает душу. Одной когнитивной составляющей недостаточно. Мы много раз говорили об этом, что вера – это нитка, скрученная втрое. Умственное согласие, что Бог есть, когнитивная часть. Эмоциональная составляющая. Вера аффективная называется. Когда человек переживает реально Бога, чувства у него, для этого и даны они. И третье – функциональная вера, когда ты делаешь так, как Он говорит в Своем Слове тебе и мне. И если ты этого не делаешь, то это просто звенящая медь. Поэтому Иаков во второй тоже главе говорит, там довольно длинный отрывок, с 14 по 26 стих. То есть акцент ставится на том, что совершается переход от общего к частному и от частного к общему, чтобы человек мог увидеть и понять, в чем проблема.
исправить, чтобы это все мог. Поэтому Раби Шауль говорит, храни себя в этой доброте, иначе ты будешь отсечен. То есть люди радуются, что Бог кого-то отрезал, а то, что их могут срезать, об этом совсем никто не думает, и мало кто проповедует, честно говоря. Что много проповедей об этом, что тебя могут срезать, как сухую ветку. Ну, максимум по Евангелию проповедь Иоанна Погружающего, и все. Там, где секира лежит возле корня дерева. Так там еще, я говорю, Новый Завет это вообще там, тут уже не ветки, тут рубится все топором. Представляешь, под корень. Сама по себе маслина это символ Израиля. И община олицетворяет собой вот это дерево. Знаете, интересный момент. Язычники прививаются же по одному. Вот если маслина растет, на ней одновременно растет много разных веток, правда? Почка пошла, тоненькая веточка, и вместе с ней еще много других на одном стволе одновременно могут расти, правда? По природе своей. А здесь надо одну, каждую одну отдельно отрезать и отдельно сюда присадить, и чтобы еще прижилась надо. Насколько разный процесс? И Павел говорит, да не превозноситесь, ребята. А если превозносишься, то помни. Вот, не гордись, но бойся. Что ты нас запугиваешь? Так это не я, это апостол Павел запугивает. Потому что написано, иных страхом надо спасать же. Что-то делать надо с этим. И если Бог не пощадил природных ветвей, смотри, пощадит ли и тебя. Но люди даже не думают об этом, что кто-то их может не пощадить. Настолько вот эта гордыня и превозношение закрывают глаза, люди даже не хотят брать во внимание, что такое может быть. Ну да, но только не с ним. Вот с кем угодно, но только и с ним. Человек всегда так думает. И на этом уловлен часто бывает. Сатана. Видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, благость к тебе. Строгость к отпадшим. Почему отпали? Почему? Не заботились иметь Бога в разуме. Не хотели жить по слову. И он говорит, но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять их привить. Потому что если ты отсечен от дикой маслины по природе и не по природе привился к хорошей, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Вот это тем более, это снова принцип Кальва-Хомер. От простого к сложному. Другими словами, здесь Раби Шауль снова вот используя этот аргумент, Кальва-Хомер говорит, что ты, язычник, был отрезан от дикой по природе маслины. То есть от народа идолопоклонников. Что питало, какой сок в тебе был? Идолопоклонство, приметы, гороскопы, атеизм. У каждого свои элементы. И вопреки своей вот этой природе, Бог тебя привил на дерево, внутри которого другое мировоззрение, другая природа. Здесь обычно говорят, да, так все евреи неверующие, там Христа распяли. Это... Вообще, кому обещан был Христос? У кого обетование было? А? У евреев, правильно или нет? Ну все, если мы своего Христа распяли, какие у кого вопросы к нашим внутренним семейным делам?
Можем и так сказать. Какое ваше дело? Он же еврей. Понимаете, когда люди начинают вот это все поднимать, никто не думает об этом никогда. И Павел говорит, насколько проще природные ветви привьются к своей собственной маслине. Насколько проще будет привести к пониманию духовных истин тех, кто по природе такой изначально был. Но куда-то не туда пошла у него жизнь. Тех, у кого тысячелетний опыт общения уже с Богом. Понятно, что генетически вера не передается. Но очень многие вещи, которые человек не знает и не помнит откуда, внутри него есть, и они работают. Очень хочется, чтобы люди понимали, что то, что я говорю сегодня, и в прошлый раз, и в следующий скажу, это для того, чтобы их не отсекли. Это им во благо. Не потому, что я их не люблю, воюю или спорю. Наоборот. Во мне говорит братская любовь. Потому что если ты знаешь, как может произойти, и молчишь, то на тебе будет кровь этих людей тогда. Поэтому те, кто очень сильно возгордились, напыщенные. Смотрите, какие у нас маслины, смотрите, какие у нас листья. Смотрите, какая большая ветка. Я в прошлый раз объяснял, вот маслину режут даже те, которые плодоносят, режут ради общего дерева. Это немножко не вписывается в саму притчу, но это то, что делают садовники здесь, на Ближнем Востоке, ухаживая за маслинами. И поэтому та маслина или та ветка, которая превозносится, даже если она плодоносит, Творец ее срежет по причине превозношения. Маслины струсят вот так в тряпку, как я в прошлый раз объяснял, а ветку на дрова. Вот и все. Даже плодоношение не будет обеспечивать человеку полную гарантию защиту. Только смиренное состояние перед Богом и, конечно же, друг перед другом. Почему люди не хотят уважать? Почему люди не хотят просто по-человечески отдать должное этому стволу, этому корню и тем веткам, которые рядом? Почему? Почему надо превозноситься обязательно? Зачем сравнивать себя? Понимаете, ведь Павла вынуждают это писать и говорить, а меня проповедовать об этом. Потому что он написал, мне же надо комментировать эти тексты теперь. Потому что у нас экзегетический разбор на Бет-Медраше священных писаний. Я не могу пропустить ни одно слово. И люди не хотят задуматься. Люди будут ругаться, спорить, обзываться, даже оскорблять некоторые. А так, чтобы вот покаяться, чтобы изменить, нет. Так Бог срежет такую ветку. Как правило, у них плодов нету, у таких. Но я уже сказал, даже те, которые дают плоды. И если они будут мешать другим ветвям развиваться, расти и приносить маслины, Бог срежет. Так у меня маслин 2 ведра, а у него там 5 штук выросло. Поэтому и срежет тебя, чтобы на следующий год здесь 2 ведра выросло. Близится, вот эта притча, ну я сейчас не это имею, близится покаяние Израиля. И когда это произойдет, люди не понимают, насколько обогатится тело Машиаха просто. И мы сегодня, эти первинки,
евреи, которые уверовали в Машиаха, нам же с двух сторон тяжело. Ну, правда, смотря кому. Мне не очень тяжело в том смысле, что когда ты с Богом, то все нормально. Но давление, оно же с двух сторон идет на еврея, который уверовал в Иешуа. И со стороны своего народа, и со стороны уверовавших язычников. Постоянное причем. Так люди хотя бы это должны понимать. Человек, который вырос все время под этим давлением, он же крепче, у него же тело тверже. Потому что если давления нет, будет как вата. Друзья, я хочу пожелать всем нам уважать друг друга, не превозноситься. Было бы хорошо, чтобы нам не пришлось отстаивать свое право. А почему мы это делаем? Потому что дал его нам Бог. Призвание, которое дал Бог, я когда-то говорил об этом. Призвание приходится защищать, как это ни странно. Видение приходится защищать, по большей части от братьев. Именно вот видение. Да и призвание тоже. Не от внешних, а от внутренних. Все это говорится здесь, в этой притче. Поэтому мы в следующий раз продолжим с Божьей помощью. Мы остановились на 24 стихе. И вот уже в следующий раз мы не оставим братьев в неведении, а поговорим, чтобы ведение у них было. Получается, в неведении они. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой прекрасный план, за то, что Ты так придумал, чтобы все люди были на одном дереве большом. Чтобы корнем был Авраам, Ицхак и Иаков. Чтобы все ветки плодоносили. И мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы с уважением друг к другу, в смиренном мудрии плодоносили во славу Тебе, Господь. Чтобы мы не превозносились один над другим, потому что это чревато отсечением. Господи, прошу Тебя, благослови общину Твою по всему лицу земли, которая состоит из евреев и неевреев, из всех народов. Мы молим Тебя о том, чтобы Твоя власть и Твое царство на земле были так же, как на небе. Мы ожидаем это время, Господь. И мы ожидаем время второго пришествия Иешуа Мессии на землю. Благослови увидеть это своими глазами. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Амен.